Другий фестиваль авторської пісні імені Олександра Галіча «Облака» дуже скоро розпочнеться у Дніпрі. Сьогодні мої гості – люди, які мають безпосереднє відношення і до цього жанру, і до, власне, фестивалю. Це Вікторія Славінська, вона – організаторка та продюсер фестивалю. І Олександр Медведенко – автор-виконавець і двічі гість, адже приїхав на фестиваль з Ізраїлю. Там його знають під псевдонімом Олександр Дов. Здравствуйте. 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 Виктория, расскажите о фестивале, когда, что, где будет происходить? У нас в этом году второй фестиваль авторской песни «Облака». И он будет проходить уже в традиционной фестивальной манере. Это три дня фестивальных, 6, 7, 8 октября. Вот буквально через несколько дней он будет стартовать. Старт и открытие фестиваля будет возле дома Галича. У нас теперь уже есть место авторской песни. Паломничество, да? Вот. И в 3 часа дня 6 октября будет открытие фестиваля. Нет, я думаю, надо сказать, что дом Галича – это по улице Староказачьей. Да, да, да. То есть да, это да. Дом, где он родился и где уже имеется мемориальная доска. В прошлом году мы открывали доску, да, это бывшая улица Комсомольская, так что приходите, пожалуйста, вход свободный, выход тоже. Что будет происходить? Мы будем петь песни Галича и авторские песни, вы можете вместе с нами тоже попить. Сколько участников будет в первый день, в последующие? В первый день на открытии будут присутствовать все наши звезды, все участники двух концертов, участники фестиваля, которые приедут с разных городов Украины и не только. Вот, вот Александр Медведенко будет, Вероника Долина. К сожалению, Юрий Лорес не приедет, он заболел. Ну, такое бывает, мы все люди. Вот. А, и все остальные – это звездный состав и украинских бардов, которые там и Валерий Марченко, и Елена Касьяна, и Ольга Артеменко, и Владимир Каденко, Владимир Васильев, Алексей Кудрявцев из Польши. Валерий Сергеев. Валерий Сергеев, Дмитрий Долгов, Игорь Жук, Валерия Лысенко, участница «Голоса Диты», ого, «Голос Украины», да. Она поет авторскую песню «Маленькая девочка, 12-летняя». Чем отличается от предыдущего фестиваля? Что было в прошлом году и какая изюминка в этом? Прошлый фестиваль у нас был только концертный. У нас были только концерты в городе. Но это было несколько месяцев подряд. И два концерта, и гала-концерт огромный в ДК «Машиностроитель», на котором выключили свет как раз на выступление Александра Аркадьевича. Кстати, зрители сказали, что эту фишку надо бы повторить. Уж не знаю, это подготовим здорово, ли мы. Это было здорово, как будто это было задумано. Да, это было потрясающе, правда. Всем очень понравилось. Тьма, египетская тьма, и люди включали свои мобильные телефоны и освещали пространство мобильными телефонами. Атмосфера была потрясающая. Слава богу, что там акустика такая вот. Ну, это дворец машиностроителей, конечно. Александр пел сольно, его было слышно вот в конце зала, чудесно. А в этом году какая-то изюминка, вот что-то особенное планируете? Или... В этом году мы переместились в залы областной филармонии, тоже два концерта будет, 6 и 7 октября. И изюминка еще та, что в субботу мы селимся на... Все участники фестиваля и гости, все селятся на базе лагеря отдыха имени Терешкова, это в Приднепровске. И у нас будет нон-стопом всю субботу концерты, мастер-классы, абсолютно свободный вход, нужно только взять, сесть на маршрутку или в машину и приехать на базу. Что, прямо с 6 утра? Ну нет, ну не с 6. Не на 100. Нет, ну с 11 часов все начинается. Вот, угу. А вечером опять концерт в филармонии. А кто еще из исполнителей будет вот там вот в Терешковой? Или все-все-все? Все будут. Все, все, да? Заявленные исполнители будут в Терешковой. Угу. Выступать, вести мастер-классы. И для детей у нас будет концерт. Авторская песня же для детей тоже существует. Александр, я знаю, вы имеете непосредственное отношение к нашему городу. Вы тут учились, да? Конечно. Расскажите, вы уже видели наверняка наши улицы. Чем-то вот удивил Днепр в этом году сейчас? Ну, в этом году, наверное, ничем не удивил, но я последние годы достаточно часто приезжаю в Днепр, и город преобразился по сравнению с тем, каким я его помню по тем временам.
А учился я здесь где-то с 72 по 77, потом еще в аспирантуре был. Конечно, город совершенно имеет совершенно другой облик. Просто другой облик, это другой город, вполне европейский, кстати говоря, по крайней мере, в центре я не побывал, скажем, где-нибудь на Тополе, на Красном Камне, но в центре это абсолютно европейский город, очень красивый, очень приятный, удобный для жизни. Кстати говоря, по сравнению с теми временами, можно просто зайти в любую кофейню и выпить хороший кофе. Хороший, настоящий кофе, потому что тогда это было невозможно. Еще можете рассказать насчет музыкальной части. Вот как-то уже успели побывать там в той же филармонии или еще где-то? Как изменился город в плане музыкальном? Вы знаете, я, к сожалению, не успел побывать в филармонии. Я помню этот зал еще как дворец культуры железнодорожников. Вот. То есть в новом зале, в филармоническом зале я не был. Мои воспоминания об этих залах остались с тех времен. Я помню, тогда был филармонический зал «Дворец Ильича», он назывался, да? Я не помню, как эта улица называлась. Калинина, кажется, да? Проспект Калинина, по-моему, да-да-да, назывался. Огромный зал там на 2000 мест. Но вот в новых, к сожалению, я не был. Правда, моя жена однажды попала здесь на концерт, по-моему, органной музыки, в каком-то зале, органный зал, да, вот она была в восторге совершеннейшем. Угу. Виктория, насчет фестиваля. Расскажите тем, кто еще ни разу не был, вот, ну, не слушал, не смотрел, в прошлом году не посещал. Почему «Облака», почему такое название? А все очень просто, это же фестиваль авторской песни имени Александра Галича. Он наш земляк, его это одна из наиболее известных песен Александра Галича. То есть такой какой-то другой подоплеки нет, да? Нет. Мечтательской такой. А, можно подвести. Хорошо. Что вот можете еще про фестиваль рассказать? Какие-то изюминки будут или нет? Я имею в виду помимо песен. Помимо песен, изюминки. Хорошо. Мастер-классы у нас будут. Ага, какие мастер-классы? Мастер-классы, которые будут проходить на базе Терешковой, лагеря Терешковой, которую будут вести Вероника Долина. Это поэтическое слово, это проза и все что угодно. Это Владимир Каденко, который наш украинский поэт, автор песен. Он будет говорить о поэзии. Екатерина Изосимова, актер и режиссер из СУМ. Это будет исполнительское мастерство, актерское мастерство авторской песни. Николай Чернявский будет рассказывать, показывать поэму «Кадиш» Галича. Вот, это все будет на базе отдыха. А сами там песни, как-то подбирали их по смыслу? Это, наверное, к вам двоим вопрос. Как-то подбирали как-то очередность или нет? Песни, которые будут звучать, да, в концерте, которые... в филармонии? Да-да-да. Ну, в общем-то, да, конечно, это выстроенный по концерт. По какой концепции? По концепции, чтобы это было интересно зрителям, чтобы мы смогли показать во всей красе и авторскую песню, и всех исполнителей. Ну, давайте скажем прежде всего, что первый концерт, который состоится в пятницу, правда? Да, да, да. Вот он хотя бы наполовину будет составлен из произведений самого Галича. Обязательно, да. Вот, то есть это, наверное, стоит об этом сказать отдельно, специально, да, потому что в нашем городе осталось немалое количество людей, имеется немалое количество людей, которые ценят именно Галича, и они придут на фестиваль именно для того, чтобы вспомнить его произведение. Да, вот для них предназначен этот концерт. Наверное, другие концерты, да, предназначены, скажем, для более широкого знакомства с авторской песней. Но, разумеется, творчество самого Галича будет обязательно представлено, по крайней мере, вот на этом первом концерте. Ага, Александр, а ваши песни вы как-то подбирали по какому-то принципу именно для фестиваля или нет? Вы знаете, как раз в данном случае я собираюсь выступить в качестве исполнителя, а не автора. Дело в том, что я очень давно пою песни Галича, и когда-то в 80-е годы, когда только началась перестройка, и когда за это перестали сажать,
я устраивал в Доме культуры УВД концерты по произведениям Галича. И у меня были две программы по Галичу, которые друг с другом не пересекались. Две трехчасовые программы. То есть мой репертуар галичевский, составленный из песен Галича, достаточно широк. Так что я могу в данном случае пожертвовать собственным творчеством, зато представить творчество любимого мною мастера, мастера с большой буквы. Что фестиваль будет значить для города? Это развитие бардовской песни у нас в Днепре, очевидно. Насколько это важно? Это важно и для нас, для тех, кто болеет авторской песней, кто живет ею на самом деле. И это важно для людей, которые любят авторскую песню, ходят на наши концерты. И это важно для тех, кто приедет к нам вот в Днепр, и гости и со всей Украины, и из-за рубежа. Это важно для всех. Ну, прежде всего, для авторской песни, конечно. Как писала когда-то Дина Рубина, прекрасно и целебно для любого общества любое культурное усилие. Вот фестиваль Галича – это культурное усилие. У нас уже не так много времени осталось. Да. Приглашайте зрителей, приглашайте, говорите, когда, еще раз, куда и во сколько приходить. Итак, 6 октября в пятницу. Открытие фестиваля возле дома Галича, улица Староказацкая, 74, бывшая Комсомольская, в 15:00. Приходите, будем петь песни, открывать фестиваль. Вечером того же дня, 6 октября, в 18:00, большой концерт в Облфилармонии. Это бывшая улица Ленина, нынче Воскресенская. 7 октября, в субботу, на базе отдыха Терешковой. Блиц-концерты, мастер-классы, вход свободный, концерт для детей. А вечером, опять же, в Облфилармонии мы будем в 18:00 петь песни. Вероника Долина будет выступать и наши лучшие авторы. А в воскресенье мы завершаем наш фестиваль, ну, конечно же, на фестивальном причале. У нас будет все гости, все участники фестиваля выйдут на фестивальный причал, и мы будем устраивать песенный флешмоб. Спасибо вам большое. Желаю умопомрачительного фестиваля все три дня. Спасибо. Спасибо вам за общение. А зі мною були Вікторія Славінська та Олександр Медведенко. Розмовляли про фестиваль «Облака», який відбудеться незабаром у Дніпрі. А ми рухаємось новинами далі.